На сцене новоиспеченные выпускники, 86 ребят, воспитанники Одинцовского центра эстетического воспитания. Все они прошли долгий путь покорения музыкальных инструментов и по праву получили свой первый документ – свидетельство об окончании образовательных программ. Здесь и художники, и декоративно-прикладное творчество, и танцоры, и певцы. У нас единственное, кто сегодня не выходит за пределы нашего центра и продолжает обучение – это туристы. И они сегодня в походе, чтобы не было никаких соблазнов. Все остальные дети, все объединения – имеют часть детей, которые прошли образовательные программы и готовы выйти из стен нашего здания и дерзать уже новые просторы, новые горизонты. Таисия 7 лет занималась вокалом. Стены центра ей стали по-настоящему родными. Вместе с преподавателем выпускница вспоминает, как непросто было осваивать музыкальное искусство. Я играла, также заканчивала класс фортепиано. В прошлом году я выпустилась здесь же. Играю на гитаре, играю на укулеле. Скрипка, фортепиано, гитара, балалайка, герои вечера еще раз продемонстрировали свое мастерство на разных музыкальных инструментах и получили заслуженные овации. После окончания обучения в центре выпускников приглашают на практику. Двери для ребят всегда открыты. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».